снова всем привет. Вырвался я в очередной раз на рыбалку. Вон Жека убегает. В общем, приехали мы на Костропаль. Смотрите, смотрите, какой вид. Какой огромнейший пирс, где мы сегодня будем ловить на донные снасти. Кидать будем туда-туда, в общем, будем пробовать. А так, гляньте, какая неописуемая красота. Погодка супер. В общем, раскладываемся, наживляемся, забрасываемся и начинаем наш контент. Погнали разбирать снастюхи. Первый дубочек. Главное, чтобы здесь не было зацепов. Ну а так, в принципе, место интересное. Слушай, тут и по ночи можно и ставриду попробовать половить. Что? Первая пошла. Так, главное тут ничего не цепануть. Ох, как хорошо полетело. Сейчас посмотрим, глубоко здесь или нет. Жена уже до дна достала, что ли? Не понял. А сколько ты кинешь? Да ну метров 50. Нет, вес грузила. Сотка. А, ты, ну как пуля тут. Да, до дна упала. Ну песочек тянется? Не знаю, сейчас. Да. Вот так вот ложим. Видишь, ловят, бычканы лежат с пачками. Да. Даже не сдуло. Так. Пакетики, значит, приходят. Так, а куда ж тебе тут присандалить, а? Вот, ладно, так, стой. Где мои колокольчики? У нас все по-простому. Удилище так. Нанизываем кривитоса. Нечища. Так, ну что, вторая пошла. Короче, стоим уже полтора часа. Креветка уже поставил. Здесь креветку уже поставил. И болт. Жека он на этот поставил. На рыбку. Где-то там он поплавок плавает на креветку. Тишина полная. Но мы не отчаиваемся. У нас все равно еще надежда присутствует. Так что, думаю, будет интересно. Наверное, нужно покушать, пообедать. И будет 100% рыба. Короче, решили с Жекой перекусить. А ну что, сами знаете, сейчас сядешь, покушаешь. И движ начнется. Море чистейшее, класс. Сейчас посмотрю, может попробую еще бомбарду покидать. Вот. Так что идем за харчами. Вареные яйца, сырочек, колбаски, там где-то сальцо. И соленые огурчики, как без них. О, красота. Вот такую рыбалку я люблю. На свежем воздухе покушать.
Колбаска ветчинная. Огонь. Я даже не расстраиваюсь, даже если рыбы не будет. Все равно какая красота посидеть, покушать на свежем воздухе. Где бы еще такое можно осуществить? Как не в Крыму, да? На Черном море. Но они не опасны, эти камушки. Они как маховики эти. Красота. Хорошо пошло. Я сломануть боюсь. Смотрите, какая погодка. Как раз вот для хорошей весенней рыбалки. Класс. Ну что, будем кушать? Вот. Ну а если что-то будет интересное, в любом случае досидим. Не знаю, правда, насколько нас хватит, но думаю, посидим подольше, потому как погодка хорошая, потом будет портиться. Вот. Завтра, послезавтра. Надо насладиться, надо кайфануть. Надышаться, да, Жек? Вот этим свежим морским воздухом весенним. И все. А клюнет, не клюнет, это уже дело такое, как говорится, десятое. Но все равно надежда есть, что что-то клюнет. Надо же для вас хотя бы одну рыбку поймать, контент сделать. Так что все, ребят, ловим. И жахнули. Сейчас, короче, бомбарды переставлю. Да это не сорвано или что-то здоровое? Да это вообще, наверное, цепанул что-то просто. Так а что это? Да это цепанул. Фу, блин, у меня аж внутрянка ёкнула. Я уже... Бах-бах, цепанул какой-то пакет. Я такой думаю, все, короче. Ну, у нас такая первая рыба. Я думаю, это на масть. Класс. Супер. Такая установка, дуду. Да я ж охренел. Ладно, ловим дальше. Давай старайся, может, саргана все-таки еще выманишь. Бывает и такое. Приколы на рыбалке. Ну, мы вот стоим уже сколько, я не знаю. Уже на червя поставил, и пока что тишина. Ну, погода хорошая. Я думаю, наверное, останемся и на вечер будем пробовать. В любом случае, что-то до сегодня мы словим. Ну, уже словили. Ха. Ладно, продолжаем. Опять, наверное, как и с сарганом. Да. Не, серьезно. Да, если она уже давно всплыла. Это... Есть. Это есть. Есть, вот он, глосик. Охренеть, ребята, вот она рыбалочка. Да чё ж ты так тащишь? Ёпту, в натуре класс. Так он долго там сидел, лянь, красавец, на креветку взял. Красивый какой. А, так ты этот вешаешь, да? Нет, то стопорок резиновый. А-а-а. Просто для ветра. Ну, пойдет. Пойдет. Первый. Снимай. Я... Класс. Огонь. В общем, рыбалку продолжаем. Рыба есть. Малыш прожорливый. Попался. Так что пробуем. Не, красавчик, красавчик. Ты че? Есть, говорит. Сейчас на глосика запрет. Надо отпускать. Да и тем более он маленький. Дело наше, в принципе, стоит на одном месте, не движется. Рыбы нет. Поднялся небольшой ветерок. Начало, короче, задувать. К нам подошли еще пару рыбаков, пытаются ловить окуня. Ну, в общем, оттуда рыбаки ушли, там ушли. В общем, мы остались одни стойки. Не знаю, попробуем, наверное, остаться до вечера. До темна и посмотреть, что будет именно по темноте. 21:00. В общем, что, у Жеки один глосик, у меня один глосик, и больше поклевок не было. Ну, вообще решили посмотреть, что, как вечером движуха по рыбалке. Короче, вечером пока ни хрена. Дедушка один поймал маленькую ставритку. Тоже были рыбачки с Севастополя. Это сейчас в 9 часов вечера. Ну, да. В 8:30 он ее поймал. Короче,
были мужички из Севастополя, тоже простояли, но не приехали окуня половить. Короче, отдудели, как говорится. Но познакомились тоже с ребятами. Да, хорошие люди познакомились. В общем, рыбалка продуктивная. Воздухом подышали, тормозки поели. Короче, класс. В общем, друзья. Отдохнули, класс. Всем, как говорится, до новой встречи. С вами был на канале Стих Барди. Ну и Жека.